1900 году. Ну, в 900-м-то это я в курсе, это самое первое начальное здание было. Ой, потом надо будет мне дадите ученика, я же вам книжку привез. Как же я не взял-то, сейчас, ладно. Вон, увидите, вон, выбитые. Год основания. Наверху? Да, в этом году 2115. Ага. Ну тогда оно как бы... Сейчас мы пройдем, покажу комнату, где он жил. Так он прямо здесь и жил? Решили пристроить, то есть вот эти вот классы вот пристроенные, вот этих не было крайне. А, она одноэтажная была, что ли? Она двухэтажная, а, двух. Но второй этаж не полный. Вот. Ага. Я вам сейчас покажу вторую половину. Мы сейчас там девятый. Понятно, а вот это вот буквы П, это что, сразу изначально спортзал был? Вначале. Нет, спортзала не было. Я вам сейчас покажу, где заканчивается та школа. Я готов. Даже гвозди такие длинные. Вот она лестница, знаменитая, по которой дедушка ходил, так сказать, на работу. Интересно-то как, а? Вот это я об этом даже и не знал. Нигде у него в воспоминаниях даже Бронина, как бы она исследовала, Берта. Да-да-да. Она... Да нормально, он меня так берет. Я просто увеличу сейчас. Ну надо же, сколько интересного, неизвестного, надо же, а. Есть еще покрупнее фотографии, мы сканируем тогда как-то через интернет пришли. А я вам могу прислать фотографии разных, которые вам интересны. Конечно, у меня мало их. И вот мемориальная доска в честь Федора Васильевича Гладкова. Раньше это была улица Почтовая. И в 60-е годы переименовали. Вот.